Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Дима нас кушает на новой простыночке. Я сделала стирку, сейчас все стирается у меня там. Вот, отопления у нас по-прежнему нету. Хотя сегодня уже пятница. Цветочек вот как вырос. Не знаю, но мне кажется, я вас достала уже этим цветком. Наверное, теперь в следующий раз я его покажу, когда он уже полностью вылезет. Вот этот вот цветочек тоже. Насколько вот вылез. Дима у меня завтракает. Я проснулась поздно. Поскольку в 6 утра он меня разбудил. Был у него заложен носик. У него периодически такое бывает. Вот, да. Он проснулся. Я ему закапала. И он уснул благополучно. Да. Да, потом ты покакал. Да, тебе мама поменяла памперс. А сейчас ты кушаешь. Поел уже супчик с мясом. Вот, чуть-чуть осталось еще. На обед нужно будет его докушать уже. Я, может быть, вам покажу, какой получился. Мяч, да. Все слова, какие помнишь, произносишь, да? Давай, докушивай, я сейчас пойду кушать тоже. Давай. Тут у меня, правда, пустой таз уже. Я забыла, не успела вчера заснять вечером или сегодня с утра. Оставляла на сутки ваниша. Это вторая моя стирка, второй этап моей стирки. От пятен детскую одежду. Он будет в отдельном ролике, посмотрите. Пока что этот таз стоит, у меня пока нет времени до него добраться. Вот, я думаю, что я доберусь. И тут у нас стирает машинка моя. Да. Вот очень боюсь стирать, я за ней слежу, за ней бегаю. Потому что тут вот еще трубы мы не меняли. Надеюсь, видно. Вон там вон с краю около стенки беленькая, она там просто слегка всунута. Не знаю, как жили здесь предыдущие соседи. Не знаю, плохо видно. Все равно что-то вот, и поэтому я бегаю, вот слежу за этой стиральной машинкой, чтобы, не дай бог, если труба выскочит, чтобы ее хотя бы успеть остановить, что-то сделать. Но я уже стирала 2 или 3 стирки, и в принципе было все хорошо. Здесь он стирает Димины простыночки, этот комбинезончик, да, в котором он вчера был, его постирать решила. Вот, но единственное, в этой машинке беда, то, что сначала она стирает мало воды. Стирает, наверное, час целый, стирает, мало воды, мало. А потом уже под конец уже это много набирает воды, прямо здесь вот, вот так вот очень много воды, и все это вот полощется, там полощется, минус большой в этом. И, конечно, очень долго она стирает, 2 часа и 15 минут, и здесь ничего не сделаешь, а не хоть, не вот. 6, она долго тоже 2 часа. И вот единственное, пошли хлопок. Ну там вообще, по-моему, 30 или 40 градусов. Предварительная стирка, там что-то тоже. Я как-то пробовала, мучилась. Если 20 минут, 3 килограмма, там вообще холодная вода. Тоже пробовала. Джинсы, они тоже что-то там короткое, там холодная вода не отстирывается. Ну и тут просто вот. Не очень. Знаете, вот было бы здорово, если бы еще вот где-нибудь тут вот здесь сбоку, может, вот тут была своя программа, которую как-нибудь придумываешь, сохраняешь и ставишь. Именно вот своя. Которая там, мама говорит, у нее на стиральной машинке всего 1 час. Ой, не 1 час, а что-то 1,5 часа или 1 час, да, где-то. Стирает и все отстирывает прекрасно, все успевает. А это вот она мотает. Там воды-то вон вообще нет. Я белье пробовала загружать и поменьше. Блин, нет. Для тех, кто будет покупать АЕГ, вдруг не берите, наверное. Какие-то они не очень. Ну, зато это не Китай, это, по-моему, Италия. Вот, вот здесь, если ее открыть, то там вот написано прямо сбоку, что это Италия. Вот, смотрите, появилась немножко вода. Чуть-чуть вот тут вот
Тут вот сбоку вот чуть-чуть собирается. Смотрите, смотрите, больше, больше. Вот сейчас она немножечко еще добрала. Сейчас еще, может, вещей много, а так вот она бывает где-то вот так вот, половина. Ну, чуть меньше половины воды. Дима помогает маме перебирать баночки, да? Мама собрала баночки, вернее, папа вчера забрал для свечек. Да-да, вот таких вот. Вот такие свечки мы с вами делали. Вот для них баночка. Ну нет, эту трогать не надо уже. Ну, что там еще? Этикетку с одной мы уже сняли. Вот тех вот, да, у них не снимаются этикетки. Маме придется ногтями их брать. Да? А тут без этикетки, правильно, туда ее клади. Крышечка. А крышечка чья? Чья эта крышечка, Дима? Книга. Читай, начинай. Вот отсюда. Нет, нет, нет. Ты читай сначала. Отсюда читай. Читай. Вот так пальчиком. Ну, пальчиком. И вот так читай. Раз. Читай. А что ж ты сразу-то в конец-то ничего не прочел? Вот. Читай. Ну, читай. Ну, начинай. Во-во-во-во. Давай вот так вот пальчиком води и читай. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Читай. Ну, читай. Ну, тебя нафиг. Мешок интереснее.